Дубровицкие музыканты объединились в группу недавно. Они даже не успели дать название коллективу. Но уже покоряют сердца зрителей. Перед нами мультиинструменталисты. Эти ребята – профессионалы. Каждый играет на нескольких музыкальных инструментах, причем во время выступления меняются местами. Для нас важно, чтобы наша музыка была доходчива, чтобы люди ее понимали, чтобы они чувствовали то, что она дает им, вот эту радость. Который раз уже говорю слово «радость», но это важно. Черт возьми, это важно. Зародилась новая традиция. Арт-фестиваль «Культура-Град» собрал музыкантов различных стилей и направлений. На сцену вышли любители и настоящие профи. Репертуар обширен. Музыка приветствуется разнохарактерная и разноплановая. Обязательное условие – она должна быть качественная и красивая. Идет из носили солнце, цветут цветы, растет трава.